Чё творим, бро, меня зовут царь Кионис. И бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь поди ты же снорпел, дремя суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе ж не очень нравится быть под нами. Так что скорее подписывайся, чтобы быть самостоятельной банде на ютубе. А также сегодня со мной я снимаю Настя. Привет! Спанч Боб Иксен, новый особо опасный персонаж, с которым мы уже познакомились. И, к сожалению, банда, он пока что только хотел нас убить. Первый раз мы призвали его по своей неосторожности. Мы всего лишь 3 часа ночи посмотрели проклятый эпизод Спанч Боба, и он пришел за нами. И все следующие разы он просто хотел нас убить. А последний раз он принес к нашей двери свой Хэппи Мил, в котором лежала живая игрушка. И после всего этого, банда, многие из вас писали, чтобы я сделал в него куклу Буту. И уничтожил его раз и навсегда. Именно поэтому, банда, сегодня мы это сделаем. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 50 тысяч лайков. И тогда я куплю подводный дрон и запущу его в озере, где мы с ним весь бикини-ботом. А также всех его жителей, даже Кубку Боба, Патрика и Сквидварда. Так что будет скорее, ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм. И на инстаграм Настю, и в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы это тем именно тебе, так что будет скорее, ссылка в описании, ставь лайк, а мы тем временем делаем куклу Вуду, погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы, на часах уже почти 3 часа ночи. Давайте быстрее сделаем на него куклу Вуду, чтобы успеть ее привязать. А после этого мы позвоним самому Спанч Боба Икса по номеру, который я нашел в Даркнете. Окей, банда, чтобы сделать куклу Вуду на Спанч Боба Икса, нам понадобится все это. Обычная губка, из которой мы будем делать туловище Спанч Бобу. Его руки и ноги я сделал заранее, чтобы сэкономить немного времени. Все это скрепливать я буду горячим клеем, а вместо клеевого пистолета я буду использовать зажигалку. И как обычно, вместо глаз я буду использовать пуговицы. Для начала в туловище горячим клеем мы прикрепим руки, а потом ноги. Вы только посмотрите, что у меня получилось. Это уже мини-версия Спанч Боба. Теперь же, банда, давайте со всего этого картона сделаем ему одежду. Вы только посмотрите, что получилось. Это реально мини-версия Спанч Боба. Теперь же, банда, давайте ему добавим глаза, рот и нос. И это будет уже точная копия Спанч Бобы, только это будет кукла Вуду. Готово, банда, вы только посмотрите, что у меня получилось. Осталось только добавить несколько последних нюансов, и все, кукла Вуду уже готова. А также еще осталось ее привязать. О, господи, банда, вы только посмотрите, какая это кукла Вуду. Я и не ожидал, что у нас получится сделать точную копию Спанч Боба. Тем не менее, банда, теперь только осталось привязать эту куклу Вуду к самому Спанч Бобу Икзе. И именно для этого, банда, я в Даркнете купил номер Спанч Боба, чтобы позвонить ему, наукрожать, а после этого он захочет меня убить и придет ко мне домой. И здесь мы уже получим ДНК Спанч Боба Икзе. И как только мы привяжем к нему куклу Вуду, я сразу же его уничтожу одним ударом. А тем временем давайте позвоним Спанч Бобу, узнаем, как у него дела. И, банда, я бы очень хотел поуправлять самолетом, танком или же бронемобилем. К счастью, все это есть в игре War Thunder. War Thunder, военный онлайн-экшен, получил первое большое обновление этого года. Теперь вам доступна ветка уникальной южноафриканской техники. Модифицированные тяжелые танки, стремительные колесные бронемобили и многое другое. Кроме того, в игре появился самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Война в War Thunder охватывает весь мир и разные эпохи. Сражайся в любой точке земли на машинах прошлого века или современности. Захвати превосходство на новой локации. В заброшенном военном городе Север-13 с советскими панельками и домом культуры. В War Thunder доступны самолеты, танки, корабли и вертолеты. Комбинируй разные типы техники в одном бою. Прокачивайся и побеждай. А если повезет, сможешь закончить раунд ядерным ударом. Ощути War Thunder по-новому с улучшенной графикой, обновленными эффектами, реалистичным небом и достоверным звуком. Качай игру бесплатно на свой компьютер по первой ссылке в описании и получай крутые бонусы для легких побед в начале игры. А мы тем временем, банда, продолжаем. Итак, банда, на часах уже 3 часа ночи. Как писалось в Даркнете, именно в это время я уже могу звонить на проклятый номер Спанч Боба Икзе. Тем не менее, банда, давайте я вам его покажу. Просто посмотрите. Это номер Спанч Боба Икзе. Естественно, банда, что я его замажу, чтобы вы его не увидели. Потому что мне не нужны проблемы с Даркнетом из-за того, что я снял номер Спанч Боба Икзе. Тем не менее, я уже ему звоню. Черт, надеюсь, он возьмет трубку, а то иначе меня просто убьет. А также еще надеюсь, что мы сегодня его уничтожим. Ну же, давай, бери трубку. Я уверен, что он слышит звонок. Почему...
Господи, ты знаешь мое имя? Это довольно неожиданно. За бред, это невозможно! Никто не может знать, кто когда умрет! А если даже так, то когда я тогда умру? Черт. О, Господи, вы слышали, это банда! Не говори ерунды, Спанч Боб! В прошлый раз ты не был таким смелым, как сейчас! Ты просто сбежал, как трус! Черт. Пощадил? Ты серьезно, не смеши меня, ты просто сбежал, как трус! И мне даже кажется, что я сильнее тебя! С интернетом. Спанч Боб, что у тебя с интернетом? Для начала почини свой Wi-Fi, а потом уже кому-то угрожай, потому что так это выглядит очень жалко. Это не мой Wi-Fi. Что? А чей тогда? Твой. О, Господи, что за ерунда с моим Wi-Fi? Все нормально. Что за бред ты говоришь? Бред, Спанч Боб! Что? Ничего не видно, просто черный экран! О чем ты, Спанч Боб? Господи, банда, это мой дом! Вы видите это? Что тебе нужно? О, черт, банда, это просто жесть! Он отключился, вы видели это? Там реально был мой дом, мой подъезд! Это такая жесть, он реально где-то здесь! Давайте быстрее посмотрим, где он! Господи, банда, я просто не могу в это поверить. Почему именно сегодня, когда мы делали мне куклу Вуду, он оказался около нашего дома? Тем не менее, давайте быстрее посмотрим, где он. Быстрее, мне показалось, что он где-то был на дороге. О, черт, где-то там. Смотри, возле машины. Да, я пытаюсь, но через окно плохо видно. Окей, его вроде бы нигде нету. Я не понимаю вообще, куда он делся, он же был где-то здесь. Сережа! Что? О, нет, это Спанч Боб! О, Господи, выпусти нас! О, черт, банда, ничего не могу сделать! Он слишком сильный! Давай, выпускай нас! Как он вообще пролез нашу квартиру, что с ним? Нужно срочно выбираться отсюда, иначе мы здесь замерзнем! Ну уже проваливай! О, Господи, ничего не могу сделать, он очень сильный! Мне кажется, что он лез нашу квартиру по окну внутренней комнате через дерево! Сережа, посмотри! Что? О, нет, он уходит! Только не это, выпусти нас! О, Господи, что делать? Здесь уже становится очень холодно! Очень замерзла! Я верю, давай попробуем выйти через вторую дверь! Возможно, я забыл ее закрыть! Господи, пожалуйста, тебе все получится! Давай, ты сможешь! Отлично! Нам повезло, она открыта! Как же хорошо, банда, что он не знает о вторую двери, с помощью которой мы смогли выйти. Тем не менее, банда, он где-то в квартире. Ну как, ты видишь что-то? Нет, не вижу. Господи, куда же он мог деться? Давай быстрее, Настя, нужно забрать куклу Вуду, пока он сам ее не нашел. Это такая жесть, я просто не могу в это поверить. Он лез в мою квартиру через дерево и окно в третьей комнате. И после этого он пытался нас убить на балконе, что мы просто замерзли. Тем не менее, кукла Вуду на месте, она цела, я так рад, держи ее. Погоди. Возможно, здесь что-то от него осталось, что мы сможем сунуть куклу Вуду. Я пока что ничего не вижу. Что это? О, Господи, банда, это похоже на его кожу. Неужели это она? Ну, мокрая банда, это оно. Давай быстрее куклу Вуду, мы сможем ее привязать. Мне просто в это не верится, банда. Я и подумать не мог, что мы так быстро привяжем куклу Вуду. Нам очень сильно повезло. Теперь можем его уничтожить. Давай быстрее его убьем. Нет, мне кажется, что это плохая идея. Для начала давайте спрячем куклу Вуду и попытаемся поймать Спанч Боба. Потому что если мы используем куклу Вуду, то мы только нанесем ему ранение, а не убьем. И тогда он сбежит с этим ранением. Мы больше ничего ему не сделаем. А так у нас будет хоть какое-то преимущество. Так что давай ее сюда. И куда бы ее спрятать? Наверное, в стиралку, банда. Не думаю, что он будет здесь ее искать. Окей, думаю, здесь она будет в безопасности. Давай быстрее его найдем. Я думаю, он в третьей комнате пытается сбежать. Да, хорошая идея, Настя. Я тоже так думаю. Погоди, я возьму скотч, чтобы связать его, чтобы он не сбежал. Идем быстрее, я уверена, он там. Да, я верю тебе. И все же я очень надеюсь, что мой план сработает. Мы сможем его поймать и связать. А после этого нанесем ему последний удар. Окей, Настя, думаешь, что он в третьей комнате? Давайте посмотрим. О, черт, пока что не вижу. Господи, он там стоит, Настя! Он пытается сбежать! Нужно ему помешать! Эй, Спанч Боб, стой! Куда собрался? Ты никуда не уйдешь! Да, оставайся здесь, тебе конец, мы тебя поймали! И мы сделали на тебя куклу Вуду! Мы сделали на тебя куклу Вуду, с помощью которой тебя уничтожим! Ты просто умрешь сегодня! И кто оказался сильнее? О, нет, Настя, берегись! Я пытаюсь тебя спасти! О, Господи, он очень сильный! Черт, Настя! Отстань! О, черт, что ты делаешь? Ай! Отстань! Что ты делаешь? Нет! Где это?
звать! О, господи! Он очень сильный, панда! О, черт, просто жесть! Давай быстрее тебе помогу! Мне просто в это не верится! Теперь он знает о кукле, что будем делать? Уже нету смысла его прятать, нужно быстрее идти убивать его! Куда будешь бить куклу Вуду? Постараюсь голову, если повезет, то убью его! А если нет, то хотя бы раню, чтобы никуда не сбежал! Отлично, пошли быстрее! О, господи, банда, это Спанч Бубикса просто какой-то демон! Надеюсь, здесь открыто, да, повезло! Он один уделал нас двоих и просто связал, он намного сильнее, чем кажется! Именно поэтому нам нужно быстрее убить его с помощью куклы Вуду! И нужно это сделать очень быстро, пока он еще не успел убежать с квартиры! О, черт, а где кукла Вуду? О, господи, неужели это он ее украл? Куда она могла деться? Ищи ее быстрее! О, черт, где она может быть? Ее просто нигде нету! О, черт, банда, это похоже он! Настя, где? Вот он, Спанч Боб! Посмотрите сюда, не это ищите! У него кукла! Нужно быстрее его забрать! Быстрее, за ним! Да, идем! Только нож возьму! Куда он делся? Эй, Спанч Боб, где ты? Куда он исчез? Старайся держаться около меня, далеко не уходи! Да, хорошо! Окей, он должен быть где-то здесь! Возможно, он снова в третьей комнате! Окей, аккуратно! Что? О, нет, вырывайся, Настя, ты сможешь! О, господи, я спасу! О, черт, тебе конец, Спанч Боб! На! О, черт! Кажется, я его серьезно ранил! О, черт, он вообще жив! Господи, Спанч Боб! Эй! О, черт, что делать, я не знаю! Нужно его будет добивать! Это просто жесть, банда! Переверни его, проверь дыхание! Да, хорошо! Мне все же немного страшно! О, черт, там просто жесть, ты видела? Да, чуть-чуть. Нужно быстрее отвезти его в ту комнату, а потом его сжечь. С помощью куклы Вуду мы сможем его так убить точно. Да. Господи, банда, какой же он тяжелый. Такой сильный и тяжелый, да просто в шоке. Возможно, мы его убили, у него даже с лица улыбка не сходит. Не знаю, может быть, это какой-то шок. Он просто шокирован тем, что случилось. Но все же, думаю, нужно сжечь куклу Вуду вместе с ним его. Тогда мы точно будем уверены, что он мертв. Это просто жесть, пусть где-то здесь лежит. Окей, банда, нужно срочно взять куклу и сжечь ее быстрее. Где она? Итак, банда, вот кукла Вуду. Как видите, мы все-таки смогли ее забрать. Тем не менее, сегодня мы ее сожгем с помощью всего этого. У нас специальное средство, которым я полю куклу просто подожгу. И она просто полыхнет, и все, боже, ничего Спанч Боба не останется. Давайте же быстрее это сделаем. Итак, банда, куклу Вуду мы ложим в раковину, чтобы, если что, сразу же ее потушить. Теперь берем это средство и немного поливаем куклу. Господи, я так переживаю. Думаю, этого будет достаточно. И момент истины, банда, поджигаем куклу. О, господи, просто посмотрите, она горит. Что? О, черт! Он горит! Он горит! Это просто жесть! О, господи! Быстрее тушить! Это просто жесть! Он горит, банда, вы видели это? О, черт, банда, куда он делся? Это просто жесть! Он там лежит сгоревший, ты видела это? Да, это было ужасно! Я с тобой согласен, я сам в шоке! Это такая жесть, банда, вы просто видели его, он реально горел! Мы просто обязаны теперь поставить лайк после того, что сегодня было, потому что это полная жесть! Вы помните, пришла к мне, купляю подводный дрон. И мы с ним настоящего Спанч Боба весь бикини ботом. Так что, скорее ставь лайк, а также провод комменты за прошлое видео. Просто скинь шикарный идеальный комментарии. А бро, если ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, брод, уже на видео. Лайк, колокольчик, комменты, видео бандит. Также не забывай подписаться, чтобы вступить в мою суприм банду. И помни одно, оставайся тебя шикарным. Пока!